Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 719. Нам нужно найти площадь квадрата со стороной 15 сантиметров. В учебнике площадь квадрата, формула площади квадрата нам не дана. Давайте сами подумаем, чему же будет равна площадь квадрата. Формулу напишем. И пусть у квадрата сторона А. Чтобы найти площадь квадрата, нужно его сторону возвести в квадрат. То есть у нас А равняется 15 сантиметрам. Ищем площадь квадрата. Нужно 15 возвести в квадрат. Можно посмотреть по таблице квадратов, чему равняется 15 квадратов. 15 квадрат это 225. То есть 225 сантиметров квадратных это площадь квадрата. И выполнили задание 719. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.